В регионе продолжают бороться с нелегальными зарплатами. От зарплат в конверте страдают сами работники, а региональный бюджет недополучает значительные средства. Об этом в администрации города говорили на круглом столе «Рязань без серых зарплат» представители Министерства труда и занятости, Пенсионного фонда, профсоюзов и бизнеса. Проблему серой заработной платы признали вопросом не экономическим, а социальным. В первом полугодии текущего года на заседание комиссии и рабочих групп было приглашено 249 работодателей, выплачивающих зарплату ниже уровня, установленной региональным соглашением о минимальной заработной плате. 50 работодателей с признаками неформальной занятости. 31 организация, имеющая задолженность во внебюджетные фонды. 6 организаций с признаками зарплаты, выплаты зарплаты в конвертах. В отраслевом разрезе это предприятия строительного комплекса, оптовой и розничной торговли. Участники круглого стола отметили, что зарплаты в конвертах бьют не только по бюджету, но и по работникам, которые, в частности, лишаются социальных гарантий, рискуют не получить кредит, а в будущем остаются только с минимальной пенсией. Председатель областного объединения профсоюзов Инна Калашникова добавила, что сейчас готовится ужесточение ответственности как за выплату серых зарплат, так и за их получение. Предлагаемые поправки, кстати, планируется ввести в действие с 1 января 2016 года. Удивительно, в нашей стране, где существует достаточно серьезная система правоохранительных органов, уже на протяжении 3 десятилетий не могут справиться с зарплатой в конвертах. Понятно, почему бизнес предпочитает платить в конвертах. Он экономит на налогах и выплатах. Со стороны работодателей выступил член Совета Рязанского отделения «Опоры России» Артур Атакишиев. По его словам, большинству рязанских предпринимателей в последние годы не удается поднять зарплаты. У них нет возможности для развития, и они вынуждены сокращать бизнес. Когда, с одной стороны, президент страны говорит о сокращении, о снижении налогового времени и предлагает те проблемы, которые вот сегодня были озвучены, о том, что ведение бизнеса было нормальным, и он легализовался, давайте сделаем ему доступные средства сегодня, да, вот снизим налоговое время. И в этих условиях к нему можно предъявлять требования. А что у нас происходит? Вместо того, чтобы реально сокращать налоговое время на самого предпринимателя, посчитали, что ну, он платит единый социальный налог 17,5 тысяч, да давайте ему, что он там с минимальной заработной платой, сделаем ему 150.